Фестиваль советов работающей молодежи в Урнарах стал настоящим праздником для креативных и добросовестных коллег с 13 предприятий республики. Те, кто обычно стоит за станком, занимается научными разработками или обучает ребят, на этот раз собрались в творческом кругу. Мы впервые на гостеприимной Урнарской земле, впервые присутствуем на таком замечательном предприятии «Август». Мы очень благодарны вообще руководителям данного предприятия, очень благодарны совету работающей молодежи, которые проявили инициативу и пригласили сегодня к себе все советы работающей молодежи Чувашской республики. Всевозможные конкурсы, танцевальные батлы, спортивные соревнования. Командам было предоставлено огромное поле для выявления самых талантливых. Повторяем с ночи до утра, будем выпускаться мы трактора. Нам очень нравится, мы каждый год участвуем, каждый год занимаем места, и нам очень приятно, что в этот раз «Август» нас пригласил. Здесь очень красиво, вкусно, уютно, и мы очень рады. Такие соревнования для завочан давно уже стали привычными. Активно отдохнуть после рабочего дня и получить при этом еще удовольствие. Что может быть лучше? Так что хозяева стали для гостей непростыми соперниками. Впечатляет масштаб, конечно, организация. Очень много спортивных площадок, современные и с хорошим ремонтом. Очень заботятся и о работниках, и о жителях поселка. В основном мы все семейные люди. Идем в садик, забираем своих детей, соответственно. И вместе с детьми проводим время. У нас есть фитнес-центр тоже, где детская акробатика есть. Сейчас бассейн есть, где тоже детский плавательный бассейн есть. И здесь. В основном мы проводим тоже время. Тоже волейбол здесь играет. Сейчас начали играть, сезон начался. Вот каждый через день мы неделю 3 раза, получается, волейбол ходим, играем здесь вот в спорткомплексе. У таких спортивных праздников высокий коэффициент полезного действия. Нам очень нравится. Мы здесь все общаемся, находим новых друзей. И, конечно, это большой опыт. Мы обменимся какими-то интересами, какими-то знаниями, отдыхаем. Совет молодых работников Урнарского завода смесивых препаратов стал победителем молодежного фестиваля. 2-е место у команды «Промтрактор Промлит». 3-е место разделили «Промтрактор» и «Чебоксарский агрегатный завод».